Доброе утро! Мы рады вас приветствовать на тренировке с нами в студии Пилатеса. Поскольку сам метод Пилатес очень емкий и мы не можем его вместить в утренние тренировки, мы вам предложим несколько упражнений, которые помогут вам почувствовать себя лучше, ваш позвоночник более гибким, ваши ягодицы и бедра более стройными и красивыми. Итак, девочки, разворачиваемся. Сядьте на край коврика. Руками держимся за бедра. Хорошо. И артикуляция позвоночника, позвонок за позвонком, опускаемся вниз. Хорошо. Подойдите ногами чуть-чуть ближе, стопы тремя точками опоры стоят на полу. Оппозиционное вытяжение, затылок, лопатки, крестец, нейтральное положение таза, стопы параллельны. И мы начинаем одним движением поднимать таз вверх, без рывка, активный пресс и ягодицы. Хорошо. И опускаемся вниз. Еще разок, выдох и опустить вниз. Еще один раз, выдох и опуститься вниз. Следующее упражнение, мы поднимаемся, позвонок за позвонком, поднимаете таз вверх, вытяжение за коленями, делаем вдох и выдох, позвонок за позвонком, опускаемся вниз. С артикуляцией позвоночника, подкручивая таз, позвонок за позвонком, удлиняя позвоночник, вытягиваемся, вверху вдох и на выдох медленно, позвонок за позвонком, опускаемся вниз. Хорошо. И еще один раз, подкручивая таз, удлиняясь, вытяжение за коленями в одну сторону, за макушкой в другую, растянуться. Делаем вдох и опускаемся вниз. Поставьте ноги чуть-чуть ближе к себе. Поднимите пятки максимально высоко. Поднимите таз, артикулируя позвоночником вверх. Вы чувствуете, как увеличилось натяжение по задней поверхности. Останьтесь вверху, пятки вниз, пятки вверх, пятки вниз. Пятки вверх, остаться на полупальцах и позвонок за позвонком медленно опускаемся вниз. Расположить стопы удобно, стопы и колени вместе сжать. Сталкивая ноги, сжимая, вы вовлекаете мышцы тазового дна. Хорошо. Артикулируя позвоночником, поднимаемся вверх. Вытянуться за коленями в одну, за макушку в другую. Правая нога вытягивается вперед. Угу. Теперь вы опускаете таз вниз и таз вверх, работая ягодиц. Таз вниз и таз вверх. Хорошо. Еще разок. Выдох. Красивые ягодицы и бедра вам обеспечены. И медленно опускаетесь вниз. Еще разок. Поднимаетесь вверх. Выдох. Расклеивайте колени. Мах свободной ногой. Вниз и выдох на себя. Вверх. Раз. Вниз. Два. Добавляем работу стопы. Пятка вниз. Носок вверх. Пятка вниз. Носок вверх. Еще один раз. Стоп. Согнуть ногу. Поставить на пол. И позвонок за позвонком опуститься вниз. То же самое вы повторяете на вторую ногу. Затем мы снова, артикулируя позвоночником, поднимаемся вверх. И сейчас будет мах ногой. Мы будем постепенно увеличивать амплитуду. Правую ногу согнутую поднять вверх. Вытянуть в потолок. Хорошо. Мах до колена пяткой. Носок вверх до голени. Носок вверх до пола. Носок вверх, согнуть ногу. И позвонок за позвонком поставить вниз. Вовлекая еще больше в работу мышцы, поднимаемся вверх. Правая нога скользнула по полу. Скользнула по полу. Поднялась вверх. Мах до колена. Вверх до голени. Вверх до пола поставить на пол. Скользнуть. Поставить ногу. И позвонок за позвонком опуститься вниз. Все то же самое вы повторяете на вторую ногу. Притяните обе ноги к себе. Приятное вытяжение. Обнять ноги. Хорошо. Затем перенести ноги под бедра. Взгляд низ живота. И с помощью дзен-рокера подняться. С помощью переката подняться, сесть. Хорошо. На этом мы заканчиваем сегодняшнее занятие. Надеюсь, оно было для вас полезным и интересным. До новых встреч!